начали. А, всем Всем привет, привет. спуск с горы. Все, выключаю. О всех Да. подробностях там Никита вам расскажет. Никита, безусловно, Вот. расскажет о всех подробностях, когда увидит то, что партия началась. Вот сейчас она началась. Петь, ты здесь? Да. Так. B6. Это своеобразная новинка. E5, наверное, выигрывала на месте, да? Наверное. Я пока не вижу партии. Ты мне можешь пока сказать, какие ходы были сделаны? Ну так, а что мешает ее открыть? Ну, я пока открываю. Я думаю, сейчас все откроется. Кирилл там уже испортил свою подавляющую позицию. И она стала примерно равной. Так, сейчас Кирилл опять побеждает. Пешку съедает без компенсации. Конь c7, конь g5. Когда же ты откроешь партию? Ну ты комментируй, как ты обычно делаешь. Да-да. Все смотрят ради твоих комментариев. Не думаю. В общем, Я особо смотрю. после конь bc7 побеждал Кирилл. Последующий конь g5 и лишней пешкой, но, к сожалению, тактика оказалась неподъемной. c3 сыграно. Ну, позиция, наверное, примерно равная. Я бы за черным пошел бы слон e7, чтобы сохранить дисбаланс. Два слона там, белых перевес пространства взамен. Может быть, у белых перевес объективно, но... Да, вот c5 ход мне не нравится сейчас, после слона e4, скорее всего, белые поддавливают. Ну, конь e2 это очень-очень пассивно. Черный имеет возможность выбить на f3, войти конь c6. Большой перевес уже был бы у черных. В общем, каждым ходом соперники достаточно грубо ошибаются, на мой взгляд. Ну, у белых неплохо. Ну, белых похуже уже, наверное. Конь b4, да? Плохо. Ну да. Ну а где компенсация за двух слонов? Да. Я думаю, может быть, конь c3 уже надо играть вообще, или конь f4. Конь c3, наверное. Ну, сейчас вот слон f3, вообще как-то неприятно. Слон f3, 2 на дату. Ну, почему-то не бьет на f3 соперник. Еще одна возможность там убрать коня с e2 наконец уже. Как думаешь, Петь, будет сделан ход конем e2 или нет? Я думаю, ход слона все будет сделан. Не. Да Так, нет. ладья c1. Конь a2 зевнул. В общем. Может, ладья c4 сейчас? А, это. Ну, Отстроится. боюсь, что конь вернется в любом случае. Хоть Да. слон c4, хоть без. Хотя, ну, блин, слона h7 нет. Интересная информация у соперника Кирилла. Увлечение собирания золота. Хорошее увлечение. Так, тут Кирилл тем временем изобрел маневр в c2, в c1. Забавно. Да, и рейтинг ТД написан 297. Ну, вообще, по партии не скажешь. Слон Ну, конь b1. Мне f4. кажется, надо слон b1 играть, чтобы хоть какую-то, хоть одну активную Кажется, фигуру конь f4 сохранить. просто напрашивается. Не, ну конь h4 и конь c3 можно пойти, но тогда просто шпешки не хватает. Ну, Хотя и там просто h4 шпешки не сейчас. хватает. Уже 3, h4. Поехали. Все-таки Ну, слон смотрит. не, ну какие-то шансы есть еще. Может, слон e4 в каких-то позициях. Думаю, неплохие шансы в этой партии. Такая игра нормальная. Да, и что интересно, у Кирилла не так уж мало времени. Слона надо уводить срочно для парня. Да, Догадается? слон b1 напрашивает. Хотя можно конь d5 рано еще. Не, слон b1 лучше. Можно ладья e1 пойти, если он не... Чего тут думать? Вот у Кирилла бывает такое в этих Тут спусках горы, позиция вообще нельзя думать. когда зевнул качество. f2. Да. Конь d3, ферзь d3, слон c4 будет сыграно, как ты думаешь? Думаю, будет. Ну, Берется на теперь уже, c7. скорее всего, да. Вот ферзь e2 Какой вот. ужас. В моих... Когда я был молод, 297 так не играли в Блиц. Какие-то бессмысленные ходы. Да. Правильно кто-то написал, что Кирилл по плану никогда не играет. Нет, ну он ведет там атаку, чё-то. О боже. Защиту А, ведет. смотри, какая идея-то, Да, кстати. кстати, да, красиво. Это что, это проходит? Неужели это проходит? Нет, это не проходит, нифига, там f5. В конце варианта. Алло. Кирилл, зачем ты сдался? Грай, ты чего? Ты выигрывал? Ладья c1, звал c1, ферзь g3. Ладья c1, слон c1. ферзь g3 победа. Это не победа, f5 единственный ход, который соперник Но ты нашел. ни за что б не нашел, даже Вот слон h6. родил. Ну, конь f6 и лишний ферзь. А, точно.
В общем, ты сдался в объективно, наверное, выигранной позиции. Я Точнее, думаю, ты субъективно выигранной позиции. Так вот, смотри. Но если серьезно, то после F5, конечно, черные побеждают. Минус 5 подвижку. Но это такое не нашел бы. А F6. Ну, F6, F5, он бы не нашел этот ход. Это геометрия, надо открыть ферзя. Да он просто слон А6 бы радостно Твой пошел. соперник всю партию играл супер бездарно, так что вряд ли его нашел. А какой у него рейтинг, например? Минус 15. Ну, наверное, побольше, чем мне, да? 2200 он дописал, но я в этом сомневаюсь, конечно. Потому что он Сколько? 2200. Но он зевнул, он все зевнул по ходу этой партии, просто все. А, нет, я имею в виду этот рейтинг вот планеты. 562. А, ну все. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо. Петь, скажи что-нибудь. Всем спасибо, партия, по-моему, интересно было.